КАМАЗ мусора вывезли городские коммунальщики из Осановской рощи. Управляющая компания «Бывалово» вместе с участниками проекта «Молодежные трудовые бригады» провела субботник на территории старинного городского парка. Роща давно считается любимым местом отдыха жителей всего города, но, к сожалению, далеко не все заботятся о ее чистоте. Бутылки, пластиковая посуда, даже мангалы – все это волокжане оставляют после отдыха на природе. Коммунальщики решили не оставаться в стороне. Красивый район, Осановская роща. Здесь очень красиво лето. Работников своих сюда привлекли, то есть, чтобы провести работу. Ну, я считаю, что это необходимо, потому что мы здесь уберем, потом другие люди, может быть, увидят, как мы убираем, может быть, меньше мусорить будут. В этом году управляющей компанией города среди тех, кто предоставил рабочие места студентам, участникам проекта «Молодежные трудовые бригады». Трудоустройство молодежи особенно актуально в летний период. Так считает и депутат ЗСУ Роман Заварин, который не раз этот вопрос обсуждал во время встреч с жителями в рамках своей парламентской деятельности. Во время субботника поинтересовался у молодежи условиями рабочего дня. Какие сложности есть? В работе? Нет. А сколько вы часов работаете? Ничего вам? Не тяжело? Не устаете? Нет. Хорошо. А сколько часов работаете? Мы работаем с часа до пяти. В основном ребята заняты на благоустройстве. Кроме того, убирают несанкционированную рекламу, закрашивают надписи, приводят в порядок подъезды, убирают мусор с территории. Пришел на работу, чтобы заработать денег и помочь городу стать чище, красивее. Несложная, интересная работа и хорошая возможность заработать деньги в летние каникулы. Кроме Бывалова, такие рабочие бригады трудятся и в микрорайоне Ковырино и на льнокомбинате. Всего в этом году партнеры проекта «Молодежные трудовые бригады» предоставили студентам 3000 вариантов трудоустройства в различных сферах – строительство, общественный транспорт, торговля, общественное питание и другие. Всего же за 6 лет реализации проекта его участниками стали 10 тысяч человек. Юлия Савинцева, Михаил Протасов. События дня.